Привет всем, в этом видео будет онлайн-торговля, планирую я заключить две серии. Вот сразу же попал на пару австралиец, швейцарский франк. Смотрите, какой здесь шикарный уровень поддержки. И здесь, кстати, уже можно зайти на понижение от уровня сопротивления. Так, вроде бы начинается разворот, видите? Что такое разворот? Это участок, когда цена начинает разворачиваться. Так, здесь самое главное не спешить. Нам нужно подождать вот. Если цена определенное количество времени будет биться об уровень сопротивления, не сможет его пробить. Вот как здесь видим, да? Раз, два, три, четыре. И потом цена пошла вниз. Здесь пока ожидаем. Перед тем, как торговать, не забываем смотреть экономический календарь. Смотрим, нет ли у нас новостей. Итак, время у нас 19:10. Вот здесь выставляем свой часовой пояс. Новостей нет, все отлично. Так, пока я смотрел, я уже пропустил разворот. Так, идет коррекционное движение. Видим, вот здесь было коррекционное движение. Цена опустилась. Вот здесь коррекционное движение. Нужно подождать отличной позиции. Давайте протестирую я тремя сделками. Так, минуты, видите, здесь, я думаю, будет мало. Смотрите по прошлым ситуациям. Вот здесь, например, да, если бы заходили на минутку, были бы в минусе. Вот здесь тоже, если бы зашли на минутку, были в минусе. Итак, правило двух сигналов, две серии. Вот я рассматриваю свою сессию по двум сериям. Вот, захожу в две серии, и что бы ни случилось, ухожу с рынка. Будут две серии в минус, или две серии в плюс, или плюс-минус. Делаем две серии и уходим. Вы так никогда не сольете свой депозит. Видите, уровень хороший. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Шесть раз цена вот не может пробить вот этот вот уровень. Плюс у нас здесь есть уровень сопротивления. Пока все идет отлично. Так, смотрите, если бы заключил на минуту, был бы в минусе, видите, да? Но здесь ситуация тоже опасная. Вот, цена зациклилась на этом уровне. Так, первая сделка в минус, две в плюс.
Первую серию отработали в плюс. Переходим ко второй серии. Ищем. Второй сигнал. Итак, смотрите, здесь у нас восходящий треугольник. Уровень сопротивления очень сильный, но заходить здесь по-прежнему опасно. Лучшая позиция для входа – это вот здесь вот, у уровня поддержки. Каждая точка выше предыдущей. Если заходить вот здесь, в этой позиции, нам нужно выставить вот. Вот такое вот время, да, чтобы цена успела опуститься и потом уже наверняка пошла вверх. То есть на полчаса здесь нужно заходить. Итак, вернемся к нашему Фейсбуку. Видим, все идет как нужно. Цена подошла к уровню поддержки и опять же пошла наверх. Но видим здесь 61%. Пока я здесь входить в позицию не буду. Продолжаю я наблюдать за Фейсбуком. Видим, первые признаки пробоя у нас уже. Все-таки фигура, треугольник работает просто на ура. Так, прошло уже полчаса, я пока ничего не могу найти. Наблюдаю я за Фейсбуком. Отлично, треугольник отработал. Но я в сигнал не вошел. Ищем дальше. Так, вроде бы здесь отличная позиция. На минут 10 или на минут 15 здесь можно смело заключать на понижение. Давайте я протестирую на одной минутке уровень поддержки. Так, отлично. На минутке сделка в плюс. И давайте я тогда зайду. На минут так 10 давайте на понижение. Я рассчитываю здесь на то, что произойдет пробой уровня поддержки. И цена уверенно пойдет вниз. На Фейсбуке я треугольник упустил, здесь я шикарно вошел в сигнал. Наконец-то я преодолел отметку в 1 900 000. Скоро преодолею отметку в 2 миллиона рублей. Давайте перезагружу страницу, кто до сих пор мне не верит. Итак, переходим к результатам торговли. Получилось заключить 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделок. Одна сделка в минус, 5 сделок в плюс. Отличный результат. Начал я торговлю в 19.11, закончил в 19.49. Грубо говоря, за полчаса получилось заработать 31 тысячу рублей. Я на этом аккаунте, видите, мало торгую. Видите, оборот у меня всего лишь 250 тысяч рублей.
немного торговал здесь по сигналам. Вот, видите, неудачный день. Выходной, 28-го был. Ну и все эти сделки вы видели, проверяйте их. Часовой пояс плюс 3. Сейчас я тестирую новую стратегию, очень мало торгую на этом аккаунте. Тестирую стратегию торговли с телефона. Тестирую платную стратегию. Итак, правило двух сигналов сработало на ура. Также видите, оно на ура работает у меня в закрытой группе. Смотрите, какие последнее время просто шикарные сигналы. Здесь, где бы вы ни зашли, были бы в плюсе. Это статистика моих сигналов. Вторая ссылка в описании. Телеграм-канал, вы можете посмотреть полностью всю статистику моих сигналов из закрытой группы. На этом я с вами буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку. Первая ссылка в описании. Чтобы попасть к нам, достаточно написать в сообщение сообщества «Прими в команду». Также подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь вот на канал по торговле. Все ссылки в описании. Огромное спасибо всем за просмотр. Всем удачной торговли. Пока.